Привет всем! Сегодня я хочу поделиться с вами традиционным в моей семье рецептом праздничной рыбки. Обычно мы используем горбушу или лосось, но сегодня я решила взять минтай, ведь в 100 граммах этой рыбки содержится всего 72 калории. Для ее приготовления нам потребуется непосредственно сама рыбка, нежирный йогурт, в моем случае это мацони, 50 грамм сыра, 1 луковица, немного грибов и небольшая помидорка. Первым делом подготовим рыбу, немного посолим ее и приправим универсальной рыбной приправой с обеих сторон. Пока наша рыбка маринуется, приступаем к нарезке грибов и лука. На сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем лук и грибы и обжариваем их, постоянно помешивая. Не теряем время и пока овощи обжариваются, нарезаем помидор вот такими тонкими дольками. Позже мы будем выкладывать их на рыбку по 1-2 штучки. В то же время натираем сыр на мелкой терке. Ну а когда наши овощи обжарятся, убираем их с огня. Я выстилаю противень фольгой, чтобы рыбка не прилипала к нему. Сверху филе, а поверх грибы и помидоры. Немного посолим и обмажем все мацони. Минтай не самая сочная рыба, и поэтому мацони не даст ей засохнуть, и блюдо будет очень сочным и нежным. В конце засыпаем стейки сыром и отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Так выглядит готовое блюдо. Один такой стейк по калорийности не превышает 150 килокалорий. Согласитесь, это простое и, поверьте, очень вкусное блюдо станет украшением вашего праздничного стола. Всем спасибо за просмотр, будьте здоровы и счастливы. Всех целую. Пока!